Войска ПВО в Эстонии находятся кинуты, забыты. То, что обещал Ельцин, он все отказался от своих слов. Он фактически нас предал, когда было подписано год соглашения. И уехал, не встретившись с нами. Мы сейчас выживаем кто как может. Начиная в том плане, что 118 грамм хлеба только дают местному населению. А нам никаких талонов. Фактически вот это наше собрание, оно нужно кому-то. Для того, чтобы увидеть, какое же мнение и все. А фактически делят нас по-живому, не спрашивая у нас мнения. И подписывая СНГ, я скажу, что вот Борису Николаевичу, когда он вместе с Горбачевым подписывал здесь соглашение, все, ездили в Новогорево. Потом буквально в течение суток меняет свое отношение, идет как предатель и подписывает, идет на соглашение с Ковчуком. Я его не разделяю точку зрения. Реально боевые расчеты, которые сегодня должны выполнять боевые задачи, я бы... Даже у нас в регионе, они укомплектованы на 50%. Говорят что-то о какой-то боевой готовности сегодня очень сложно, так как солдаты срочной службы, офицеры не меняются несколько суток с боевого дежурства, не с кем заменить даже суточный наряд. И в таком положении армия дальше не может пребывать. Я как вот по национальности украинец, жена у меня русская, четверо детей, родились один в Прибалтике, на Украине, в России и в Казахстане. Я бы на этом совещании хотел спросить президентов, да какой гражданин какой страны я сегодня являюсь? И в какую страну мне завтра придется жить вместе со своей семьей? И какой граждане, дети моей семьи, под данной обстановкой? А говоря вот о политизации этого собрания, нам бы, офицерам, этого не хотелось, крайне. Вот сейчас одна из подводных лодок готовится наступить в боевое дежурство. На этой подводной лодке 30% значит, украинцев, 50% выходцев с Украины. Значит, командир такой, хороший командир у нас там есть, капитан Трона Елёнин, да? Он бьется, как, знаете, как рыба об лёд. Вот в этой обстановке, значит, вот вся пресса нашего, средства массовой информации говорят о том, что у нас, значит, никто нам не угрожает, и мы сегодня живем, значит, в новом мире с общечеловеческим мышлением, значит, где побеждают эти тенденции, да? Ну, мы видим, значит, что произошло с Ираком, который посмел поступить, да, как хотелось Соединенных Штатов Америки, что прошло с Гренадой. Что произошло с Панамой, скажем, где будем так говорить, ну какой там закон, избранный президент. Вы прямо вывезли и судят этого человека. Значит, американцы не снижают своего уровня военного присутствия ни в Индийском океане, ни в Средиземном море, ни в Тихом океане, нигде. Значит, а наши корабли сегодня, если будем так прямо говорить, если дальше вот обеспечение так кораблей пойдет, понимаете, они станут все на прикол. В случае какого-то конфликта, допустим, то с тем же Крымом, куда будут введены войска? Войска — это мы. Это мы, значит, те офицеры, которые служили в единых вооруженных силах, скоро будут смотреть друг на друга в прорезь прицела. Вопрос ставится так. Если, допустим, мы служим на территории Украины, даже не принимая присягу, подпишем какой-то контракт, потом приедем после увольнения в запас, приедем на родину, кто нам будет платить пенсию? Если будет Украина, то кому нужны купоны украинские, допустим, в Татаре, я сам татарин. Стремление Кравчука, значит, полностью овладеть Черноморским флотом и стать морской державой, это не совсем правильно, потому что наши южные рубежи, которые охраняет Черноморский флот, он охраняет не только южные рубежи, но и все содружество вместе. Тотальной защищенности нет. Комплектование вооруженных сил лицами различных национальностей продуманное нет. Почему сейчас оказалось, что в частях соединения закавказского расположения 90% солдат, сержантов местной национальности, 80% офицеров русского порядка. Я языка, к примеру, не знаю. Не знаю национальных обычаев, но задачи меня дают. А с кем выполнять? Поэтому получается, что одним батальоном отдельным, может быть, управляет только тот офицер, кто сам оттуда родом, кто родился и так далее. Остальные что ходят? Теряем честь, теряем достоинство, терпим унижение. Правительство как Эстонии, так и Латвии, и Литвы, они, значит, в средствах массовой информации всячески муссируют мысль о том, что мы оккупанты, причем выражения не скупятся, значит, и особенно не задумываются. Мысль насаждается народу о том, что мы оккупанты, поэтому мы должны оттуда уйти. Воздушно-десантные войска всегда свои задачи выполняли так, как положено. У нас вот вчера, например, прозвучала даже такая мысль, что у нас нет национальности, у нас есть одна национальность, это десантник. Вот мы своему народу присягали, никогда ничем себя не запятнали. Вот, и я думаю, так же будет и в дальнейшем.